Один из задержанных водителей такси, отказавшийся от медицинского освидетельствования, осуществил попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, оставив в кармане сиденья полицейского автомобиля денежные купюры суммой в 1500 рублей, в то время, когда он находился там при составлении административного протокола. Со слов сотрудника ГИБДД, он предупреждал этого водителя. Скажите, пожалуйста, вот вам давали взятку, да, или пытались дать взятку? Пытались. А вот это 1500 рублей? Ну, 1500. Ну, а как, то есть он просто предложил и сказал, что я вам... Настаивал. И в конечном итоге вы... Я ему сказал, что это противозаконно. Но он все равно оставил деньги. Все равно оставил деньги, вы же сказали, что деньги оставил.